Проект для старшеклассников «Юный предприниматель» вновь стартовал на территории области. В течение недели школьники в возрасте от 14 до 17 лет посетят открытые уроки с участием успешных предпринимателей, обучающие курсы, деловые игры и конкурсы по предпринимательству. У нас проходила череда открытых уроков за неделю до обучающего мероприятия с нашими успешными предпринимателями области. Сегодня ребята будут проходить обучающие курсы в течение недели. В последний день модуля они будут защищать свои проекты, которые они разработают в течение недели, и представят на рассмотрение экспертной комиссии. Программа помогает не только понять основы бизнеса, но и развить свой предпринимательский потенциал. Поэтому в проект приглашают различных спикеров, которые готовы поделиться своим опытом и помочь ребятам на их старте. Будем с ними изучать основы предпринимательства. В целом будем говорить о том, кто такой предприниматель как личность прежде всего, потому что, я думаю, мы все чему-то учились не сразу. Лестница обучения подразумевает определенные какие-то шаги, поэтому сделаем с ними как бы такое первое касание, познакомим ребят с реальными предпринимателями, они тоже будут у нас на площадке, будут работать с ребятами в группах и помогут им пройти вот этот путь от идеи до компоновки проекта. Каждый из участников готовит свой собственный проект, который сможет представить в конце обучения экспертам. Молодым же предпринимателям это обучение позволяет получить не только знания, но и финансовую поддержку для успешного старта своего бизнеса в Еврейской автономной области. Софья Гинатулина, Богдан Патрин, Новости 21.